Юлия Герасимова 9 лет прикована к инвалидному креслу. Живет на втором этаже. Она обратилась за помощью в установке пандусов в администрацию городского округа Люберцы. На ее просьбу быстро пришел ответ. Подробности расскажем в следующем сюжете. Юлия Герасимова преподавала в гимназии номер 56 больше 20 лет. Вела уроки физкультуры. Но 9 лет назад произошел несчастный случай. Упав с лестницы, Юлия повредила позвоночник и передвигается на инвалидном кресле. Я 9 лет. Сижу как принцесса в замке. Я выбираюсь только по самым-самым необходимым вещам. Юлия живет в двухэтажном доме, где не предусмотрены лифты. У деревянной лестницы крутой наклон. Чтобы спуститься за помощью, приходилось обращаться не только к семье, но и к соседям. Наталья Кичева – волонтер и тренер по физической подготовке. Познакомилась с Юлией на индивидуальных занятиях. И когда я к ней приехала, так вот мы познакомились, и я увидела, что Юля проживает в доме на втором этаже, в котором нет доступной среды. К сожалению, являясь инвалидом уже 9 лет, она не имеет возможности спускаться не то что самостоятельно, даже только один муж, он не может справиться, потому что достаточно тяжелый и резкие спуски по лестнице, поэтому приходится дополнительно обращаться, всегда искать помощь. Юлия и Наталья обратились за помощью по установке пандусов в доме в администрацию Люберец в начале октября и уже через несколько дней приехали для замеров и планировки конструкции. Нам сказали, что да, мы сможем вам помочь в установке пандуса, чтобы я могла спокойно выходить на улицу. Да, пандус еще нужно будет доработать, его обязательно доработаем. Вот. Но большая работа проделана в плане того, что теперь мне не нужно собирать много народу для того, чтобы я смогла спуститься со второго этажа на первый. Мы обратились к управляющей компании. Управляющая компания очень быстро отреагировала, установила пандусы до второго этажа. И сейчас уже, конечно же, можно спуститься, выйти на улицу, прогуляться, либо доехать до того учреждения, которое необходимо посетить. Пандус уже установлен, осталась доработка поручней. Совсем скоро Юлия Герасимова беспрепятственно сможет выходить на улицу. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.